Мы находимся в Тверской области, в 28 километрах от Осташкова, на озере Серменок. Деревня называется Конец, а база Ураселигер. Ну, немного о базе. В общем-то, номера достаточно приличные, трехразовое питание, есть две лодки, огромное озеро, то есть все за забором прекрасно. То есть вот отдохнуть, кто хочет тишины, спокойствия, прекрасное место. Ну ты пошла. Сверкает. Дима, ох. Ну что, дружище, тебя не взяли, да? Не взяли тебя? Ну вот. Они плохие, потому что. Я их знаю. Снимается. У него там уже, если ничего не получится, то что? Хотя бы так, да? Пришел новый артист, старт-артист. Ну давай, давай. Да ты посмотри, что пес утворяет. Быстрее, не успею. Звон утворяет. Пока я буду монтировать ролик, трес получится. Отлично. Для начала мы отправимся к истоку Волги. Ну, что знал, все сказал. Ставьте лайки, дергайте за колокольчики. Всего вам доброго, до новых встреч!